Hi guys, welcome back to Jun. This is Lagadak Express video reaction. Let's go to Russia. Privet and spasiba to Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today. I'm so excited to this one. American shock from Russia, Tula, amazing facts. There is a Russian translation also. And please turn on the CC down there for your English and Russian subtitle. And credit to the owner also with the video to our favorite content creator. Tablet for memory, I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it. Yes, I'm so excited with this video also. Oh, nice. I love the background. Oh, beautiful. Привет, друзья, и добро пожаловать в советы хитрости и путешествия по России. Меня зовут Тим Кирби, и сегодня я проехал 2 часа в поезде из Москвы в город Тула. Один из крупнейших производителей оружия в России. Но сегодня мы, конечно, ничего такого делать не будем. Сегодня мы проведем такое исследование, посмотрим на самые главные места здесь, в Туле, для того, чтобы сказать вам, стоят ли они вашего времени или нет, пока вы посещаете город Тула. Первое упоминание о городе Тула было в 1146 году, что на самом деле делает ее на 1 год старше Москвы. Тула была опорой для России, так как она производила много оружия и непобежденной для многих захватчиков. Для тех, которые были уверены, что смогут захватить Россию буквально за пару месяцев. Сегодня в Туле около 500 000 жителей, и до нее довольно легко добраться, всего 2 часа на поезде. Или на машине примерно за то же время. И знаете, после гигантского вот этого вот расширения Москвы приятно переехать куда-нибудь, где более компактно, комфортно, и все чувствуется так более по-русски, знаете. Путешествие по России. Это точно надо видеть. И если в каком-нибудь российском городе есть Кремль, то вам, скорее всего, нужно его посетить. Это практически всегда эпицентр исторического наследия этого города. И Тульский Кремль не является исключением. А вот что здесь удивительное и исключительное, это то, что Кремль абсолютно прямоугольный. И они нам показали стены, башни, пыточные. Но я, знаете, не фанат вот этих вот скандальных музеев. Во многих странах мира есть вот эти музеи пыток. А вот посетить настоящий музей Тулы было намного лучше. Так как здесь у них огромное количество интересных вещей, которые они выкопали буквально из земли. И жемчужиной этой коллекции является деревянная тренировочная булава, которых сегодня существует всего 2 в мире. Увидеть все, что было добыто из грязи, было очень интересно. И огромное количество исторических находок еще предстоит найти прямо под этой крепостью. И я действительно рекомендую вам посетить этот музей. Возможно, обойдя стороной музей пыток. This is amazing. Почти каждый русский город находится на реке. И практически каждое местное правительство хочет, чтобы вот эта вот набережная зона выглядела очень красиво. Но в Туле все немножко по-другому. Посмотрите, вон Кремль, а вот прямо здесь набережная реки. Прямо вот здесь, буквально в 50 метрах. Что просто потрясающе. И мне нравятся тоже вот эти вот красные фонари. Единственное, что мне не нравится, они тут включили какой-то генератор или насос. Они просто портят мое видео, выключить это. Но я просто не мог вам не порекомендовать вот это место, которое буквально рядом с Кремлем. И в современных городах приходится очень много мотаться повсюду, а вот это место, оно как будто идеальное для спокойного отдыха, особенно в хорошую погоду. Действительно рекомендую, я думаю, это стоит вашего времени. Вау. Тульский государственный музей оружия. Тульский государственный музей оружия, безусловно, туристическая достопримечательность номер один в регионе. На самом деле, этот музей продает больше 500 000 билетов в год, в городе, в котором всего 500 000 жителей. Немало, да? И частью плана Петра Первого по модернизации и развитию армии России тех времен было заводское производство оружия именно здесь, в Туле, где добывали много металла и было очень много талантливых рук для того, чтобы превратить этот металл в мушкеты и мечи. И военная промышленность по-прежнему является огромной частью
Читулы и по сей день. Я точно не был разочарован этим музеем. Здесь было много интересных идей с использованием виртуальной реальности. Все это можно было попробовать. А также пушки, которые вы можете потрогать собственными руками. Музей прекрасно продуман, и они использовали здесь множество мультимедийных технологий, что очень выгодно выделяет этот музей на фоне других. И как любитель пострелять, а также любитель истории, возможно, конечно, я предвзят, но это мне очень понравилось. Я вам действительно рекомендую посетить этот музей. Это действительно стоит вашего времени. I wish I can visit in here also. Мемориал защитникам неба Отечества. How good that is. Ну что, мы приехали на север Тулы. На самом деле, довольно долго ехали, чтобы увидеть вот этот монумент. Мемориал защитникам неба Отечества. И вы знаете, довольно интересная конструкция, поэтому давайте посмотрим. Ух, посмотрите, у этого был плохой день сегодня, наверное. How amazing is this, seeing this beautiful like structure and invention. И если вы путешествовали по бывшему Советскому Союзу так же часто, как и я, вероятно, вы видели множество вот подобных мест, называется вечный огонь. Но вот этот действительно уникальный. Бесконечный огонь, который выходит из самолетного винта. Очень такой серьезный, динамичный. Он, знаете, отражает дух того времени и напоминает о худших событиях в истории человечества. Тульский международный музей пряника. Прянички – это большая часть русской культуры. А эпицентром создания пряников всегда был город Тула. Россия всегда нуждалась в печенье и пряниках, которые будут очень вкусны на протяжении долгого времени и могли долго храниться. Вот таким образом родился пряник. Вот подобные полупеченья появлялись и в других северных странах мира. Вот, например, наш англо-американский пряник, имбирный пряник. И он здесь представлен, поэтому, наверное, этот музей называется Международный пряничный музей. И мне понравилось, что они показали мне, как я могу сделать свой собственный пряничек. Такого я точно никогда до этого не делал. Это было весело и просто сделать. И мне сказали, что такие демонстрации делают часто для туристов. И мне всегда было интересно, как именно они получают вот все вот эти вот картинки на пряник. Ну и что, теперь я знаю, я точно это вам советую. Это было весело, вкусно и расположено в Кремле, где вы, вероятно, будете в любом случае. Вау. How cool this museum is. You can do everything like this one, making gingerbread. Музей тульских самоваров. Самовары – это одни из самых знаменитых тульских товаров. Самовар позволял здешним людям когда-то кипятить огромное количество воды для чая. В доэлектрические времена подогревалось с помощью горения дерева в центральной камере. А почему это так важно? Потому что русские просто обожают чай. И в былые дни около 14 различных заводских цехов было в Туле, которые производили тысячи таких вот самоваров, которые можно увидеть по всей Российской империи. И многие самовары и по сей день производятся в Туле. К сожалению, в этом музее нету самоваров на продажу, но вы можете купить электрический самовар с европейской вилкой буквально за $150 в других точках города. Самовары сделаны из металла, а все, что сделано из металла, это действительно круто. Особенно те самовары, которые сделаны мастерами 19 века. Но в этом музее чего-то мне не хватало, вот чего-то интерактивного или чего-то особенного. Поэтому не могу я вам гарантировать, что посещение этого музея стоит вашего времени. Просто пойдите, купите себе самовар где-нибудь. Искра. Ну что, а вот эта область выглядит классно, так модно, молодежно, называется Искра. Так называемый творческий квартал делового центра Тулы. И здесь есть все, что может понравиться хипстерам. У них есть кафе, они тут ремонтируют компьютеры Apple. Так что давайте здесь походим, пообщаемся с хипстерами и посмотрим, что же это за место. Мне лично здесь нравится. Как простой парень из глубинки, я не чувствую себя здесь модным и трендовым, но мне действительно понравилась эта атмосфера Искры. Дети здесь играют, люди попивают винишко. Просто такая позитивная, спокойная атмосфера в центре города. И, как ни странно, это помогает почувствовать Тулу таким большим городом, где есть уютное место для отдыха, и это всем нравится. Очень интересное, утонченное место, где проводят время молодые люди, а также совсем недалеко от Кремля. И я действительно вам рекомендую это место, если у вас, конечно, есть немножко денег. И мы сейчас в месте, которое называется творческий кластер «Октава», где на месте бывшей фабрики микрофонов «Октава» они преобразовали все старые части этой заброшенной фабрики в различные лекционные залы, библиотеки, бизнес-пространство и так далее. И хорошо, что такие места прямо здесь, в городе, превращаются в приятное пространство для людей и особенно для ведения малого бизнеса. А также музей станкостроителей, которые здесь находятся, получают отличные отзывы в интернете от приезжих и русских, потому что здесь прекрасно рассказывают
рассказывается история о каждом из станков и каким образом каждое из подобных изобретений влияло на историю и жизни людей. Проекторы, которые здесь находятся, а также акустика просто на высшем уровне, все невероятно современно. И это все просто потрясающе, но английскую версию рассказа обо всем об этом вы сможете послушать только через наушники. И станки эти просто такие мужественные, потрясающие, и я нахожу такие вещи действительно интересными. Но я не так уверен, что международные туристы в этом сильно заинтересуются. И я думаю, даже этот творческий квартал, он более ценен для местных жителей, которые здесь проводят время с определенной целью. Возможно, это не так хорошо сработает для заграничных туристов. Тульский музей деда Филимона. И было только одно место в списке посещения в Туле, которое я действительно боялся посещать. Это аккордеонный музей дедушки Филимона. И, к счастью, в этом музее на многих из этих аккордеонов ты можешь попробовать играть самостоятельно. Так что, наконец-то, у меня появился шанс использовать славянский синтезатор. И у них также огромное количество историй по поводу вот этих аккордеонов. И они мне сказали, что есть кто-то среди их персонала, кто учится рассказывать обо всем об этом на английском языке. И если вы посетите это место, они даже вас научат играть какие-то базовые песенки и устроить для вас тут целое шоу. Так что да, на самом деле гораздо больше, чем я ожидал. И я в шоке от того, что да, действительно, это стоило моего времени. Не могу поверить, что говорю такое. Ну и что я могу сказать? Тула очень мила. Это настоящая Россия, которую вы видите, когда покидаете Москву. И сюда добраться гораздо проще, чем, например, в Самару или Иркутск. Тула — это город, наполненный традициями, где вы можете увидеть, почувствовать, испытать огромное количество всего всякого. И мне нравится, что промышленная часть этого города продолжает существовать и модернизируется. Тула очень компактная, по-своему симпатичная, и я рад, что на этот раз у меня было достаточно времени для того, чтобы по-настоящему посмотреть этот город. Так что прыгайте на поезд из Москвы и обязательно проведайте это место. Друзья, заходите на новый канал Тима Кирби Russia Tips, Sticks and Travels. У него там много интересного про Россию, он даже пытается построить свою собственную небольшую русскую дачу. Причем собственными руками. Может, вы ему там что-то посоветуете в комментариях. Так что заходите посмотреть. И это видео подходит к концу. И хочу сказать, что недавно кто-то поддержал канал. Хочу поблагодарить за поддержку Максима Эдуардовича. Огромное спасибо вам. А также хочу передать привет Диме Забайкальцу, Виктору Владимировичу, Дмитрию Александровичу. Также хочу передать привет Александру Федоровичу с Камчатки. Огромный привет Камчатке. Огромное спасибо в кавычках ростовскому пацану Александру Александровичу. Также спасибо Илье Владленовичу. Хочу передать привет Веронике из Хабаровска, Давиду Давидовичу и Тамаре Викторовне из Красноярска. Также спасибо Дмитрию, Александру и Ларисе. Также спасибо за поддержку Евгению Николаевичу, а также Ольге, которая прислала поддержку с сообщением от Кремлевота с любовью. Ольга, это взаимно. Также хочу поблагодарить за поддержку на... Holy goodness gracious, seeing this wonderful and amazing and interesting facts about this Tula, Russia in Tula Kremlin, that's amazing. And imagine if the American was shocked and seeing the beautiful place of Tula, the cleanliness, the organization of the place, and the way how those like amazing structure of the building and the museum itself. It's like so expensive, but the way they organized, the way how those artifacts were put in there, that you can really see them beautifully, and such an amazing, I was so stunned and shocked and mind blown of how I see. And that's what, and this is how you do it. This is how you make your place someone wants to visit. And kudos to this American who make this wonderful video, to promote a tourism of people should visit in Tula because the place was safe and clean and organized and beautiful, and you can discover a lot of things in that wonderful place also. Wow, kudos and salute, much love and respect from the Philippines. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much. Привет and спасибо to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye and see you in my next video reaction. Mabuhay po tayong lahat. God bless and stay safe po. We'll be right back.